Пожалуй, самая востребованная актриса казахстанского кино Аружан Жизельбекова вынуждена взяла перерыв в карьере. Вчера актриса угодила в больницу. Просим поклонников ни в коем случае не волноваться. Судя по всему, с Аружан ничего серьезного не случилось. Вот уже как два дня она вещает из своей палаты. Предположительно, причиной ухудшения здоровья является сквозняк. Такие выводы мы сделали из короткого диалога Жизельбековой с ее коллегой Фирус Шакиевой. Последняя написала в комментариях под постом, что тоже неважно себя чувствует после дня рождения Айсулы Азимбаевой. На что Аружан ответила следующей экспрессией. Конечно, все окна нараспашку были. Как бы то ни было, желаем Аружан скорейшего выздоровления.